Окружные парламентарии поздравили детей Ненецкой специальной школы-интерната с наступающим Новым годом. Депутаты фракции «Единая Россия» Александр Лутавинов, Максим Арбузов, Наталья Кордакова и Александр Чурсанов приняли участие в новогоднем представлении для детей первых-четвертых классов, вручили сладкие призы и подарки. Сегодня в гости на праздник воспитанникам коррекционной школы пришел не только Дедушка Мороз со своей свитой. Вместе с ребятишками участниками представления стали депутаты окружного собрания. Кульминация праздника Дед Мороз с помощью собравшихся зажигает огни на елке. Это время загадывать желания. Педагоги и учащиеся мечтают о новом здании школы с большим просторным актовым залом. В завершении детского праздника парламентарии вручили детям сладкие подарки и памятные сувениры от регионального отделения партии «Единая Россия». В настоящее время в школе трудится коллектив из 34 педагогов. По специальной программе обучаются более 100 особенных детей Ненецкого округа. Очень приятно осознавать и видеть, что педагоги коррекционной школы делают все для того, чтобы детям здесь было комфортно, чтобы им создавались необходимые условия для проживание, а самое главное, чтобы создавалось настроение новогоднее, предпраздничное, и они с этим успешно справляются. По согласованию между окружным департаментом образования, культуры и спорта и собранием депутатов Ненецкого округа, 26 декабря дети коррекционной школы отправятся на новогоднее представление, которое пройдет во Дворце культуры «Арктика». Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».